Поздравляю тебя! Ты бизнес-партнер Avon. Avon – это самая большая косметическая компания прямых продаж в России. Известнейший косметический бренд. И, конечно же, компания, которой можно доверять. И на которую можно положиться в достижении своих целей. Я очень рада, что ты в моей команде. Сегодня я покажу тебе, какую финансовую поддержку в первые месяцы в новой роли ты получишь от компании. Использовать будем вот эту брошюру «Система дохода бизнес-партнера Avon». Следи за мной. Планируя свое комиссионное вознаграждение как бизнес-партнер, помни о двух простых критериях. Личный заказ на сумму не менее 2500 рублей по ценам каталога и суммарные продажи всей твоей команды не менее чем на 20 000 рублей по ценам каталога. Эти критерии очень простые и легко достижимые. Выполнила их, комиссия обязательно будет начислена и выплачена по итогу месяца. Эти же критерии действуют, когда речь идет о бонусных программах. Поэтому сейчас я предлагаю тебе сразу перейти в бонусы бизнес-партнера на странице 10 и 11 нашего буклета. У тебя, как у новичка, совершенно уникальная система бонусов, и доступна она с самого первого дня. В этой бонусной системе есть бонус стартап или турбо-стартап, а также бонус за стабильность. Я предлагаю погрузиться в них более детально и перейти на следующие страницы буклета. Итак, цель компании – поддержать тебя финансово в самые первые месяцы сотрудничества. Поэтому ты можешь выбрать для себя наиболее приемлемый вариант бонусной программы «Стартап». Вариант номер один – это гарантированный доход 37 000 рублей за первые 6 месяцев сотрудничества. А это в среднем приблизительно 6 000 рублей в месяц. Второй вариант – это гарантированный доход в 30 000 рублей всего за 4 месяца сотрудничества. Это в среднем 7 500 рублей в месяц. Критерии получения гарантированного дохода в обоих случаях одинаковые, а усилия немного разные. Я думаю, что ты уже поняла, что во втором случае усилий будет немного больше. Сейчас я хочу задать тебе очень важный вопрос. Скажи, пожалуйста, какой вариант бонусной программы для своего старта ты выбираешь? Какой из них тебе кажется наиболее приемлемым? Что ж, отлично! Выбранная тобой бонусная программа называется «Бонус стартап». В ней 6 уровней, рассчитанных на 6 первых месяцев сотрудничества. Посмотрим попристальнее на эту программу. Итак, в ней 6 уровней, 6 шагов, которые нужно пройти последовательно. Для прохождения самого первого шага у тебя будет 2 компании. Это значит, что если что-то не получится сразу, у тебя будет еще одна возможность сделать первый шаг. Критериев для получения бонуса всего 2. Начнем с первого. Это продажи твоей команды по ценам каталога. Мы уже с тобой говорили об обязательных условиях выплаты комиссионного вознаграждения. Они приемлемы и здесь. Поэтому на первом шаге тебе необходимо обязательно разместить свой личный заказ на сумму не менее чем 2 500 рублей по ценам каталога. И начать с суммарных продаж команды 20 000 рублей, тоже по ценам каталога. Это и есть первый уровень программы «Стартап» в первом критерии. На всех последующих уровнях сумма продаж должна увеличиваться на 10 000 рублей по сравнению с предыдущим. Таким образом, к шестому шагу суммарные продажи твоей команды достигнут 70 000 рублей. Я уверена, что с продажами
сложностей не возникнет, если ты с самого начала будешь очень внимательно относиться к своему второму критерию. И с самого начала, с самого первого дня будешь создавать сильную команду представителей с высокими заказами. Итак, твой второй критерий – это число представителей, активных представителей с высокими заказами. Почему такой критерий появился? Я уверена, что ты очень скоро поймешь, что успешный представитель – это очень важная составляющая часть нашего бизнеса. Успешным мы считаем представителя, который учится искать и обслуживать покупателей, проходя на первых шагах программу «Легкий старт». Напомню, что в этой программе у представителей есть три уровня с призами, которые даются за заказы в 2500 рублей в самом первом каталоге, 3750 рублей во втором каталоге и 5000 рублей в третьем каталоге. Представители, проходящие эту программу, остаются с тобой очень надолго. Развивать таких представителей в личной группе – это означает строить сильный бизнес с первого дня. Поэтому и критерий у нас соответствующий. Давай на него посмотрим. Итак, на первых шагах этого критерия необходимо провести через программу «Легкий старт» минимум двух представителей. Сначала эти два представителя размещают заказы на 2500 рублей, затем на 3750 и затем на 5000 рублей. А вот начиная с четвертого шага, необходимо удваивать и постепенно увеличивать число представителей с продажами 5000 рублей за один каталог. Поверь, эти усилия стоят того, ведь они приведут тебя к росту продаж и к прекрасному гарантированному доходу в первые 6 месяцев сотрудничества. Итак, твой гарантированный доход в программе «Бонус стартап» за 6 месяцев составит 37 тысяч рублей. Но и это еще не все. Давай перейдем на страницу 13. При условии, что ты пройдешь все 6 шагов программы «Бонус стартап», у тебя откроется уникальная возможность к уникальному бонусу. Ты сможешь получить бонус за стабильность. А это дополнительно 24 тысячи рублей в течение 3 следующих месяцев, по 8 тысяч каждый месяц. И именно бонус за стабильность приведет к тебя к первому бонусу за достижение. Бонус за достижение составляет 13 тысяч рублей и выплачивается единовременно. Оба этих бонуса выплачиваются дополнительно к комиссионному вознаграждению. Посмотри, здесь есть таблица расчета общего вознаграждения. Мы с тобой обязательно вернемся к ней и не раз, когда придет время. А я приглашаю тебя на страницу 17 нашего буклета. Здесь ты видишь план расчета всего вознаграждения на примере одного из наших бизнес-партнеров. Этот бизнес-партнер Светлана выполнила условия всех бонусов стартап, а затем взяла бонусы за стабильность и бонус достижения. Если ты будешь следовать этому плану, то за 9-10 первых месяцев сотрудничества твой суммарный доход может достигнуть и превысить 80 тысяч рублей. Это очень достойный старт и очень достойное ежемесячное вознаграждение. Я от всей души желаю тебе этот путь повторить. Ну а я со своей стороны тебя обязательно поддержу. Наш следующий шаг будет создать плановый лист и обсудить подробный совместный план действий, чтобы все бонусы оказались в твоем кошельке. Ну что ж, я желаю тебе успешного старта и буду рядом.